Арбитражный суд Владимирской области вернул заявление о признании банкротом компании-застройщика ЖК «Дубровый парк». Причиной для этого послужил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, который правительство ввело 28 марта. Напомним, Фонд развития территории через суд хотел обанкротить компанию «Интерстрой Владимир», которой руководит застройщик Игорь Другов. Произошло это из-за того, что застройщик вовремя не смог выполнить свои обязательства. Но суд фонду иск вернул. Постановлением правительства Российской Федерации от 28.03.2022 номер 497 в пункте 1 указано ввести мораторий на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Сам Другов неоднократно заявлял, что для завершения строительства ЖК «Дубровый парк 1 и «Дубровый парк 2 ему потребовалось разрешение владимирских властей на возведение дополнительных элементов зданий, а именно 17 этажа в ЖК «Дубровый парк 1» и подъезда в ЖК «Дубровый парк 2». И дольщики, и застройщик в перспективе передачи домов в Фонд развития территории, ранее известного как Фонд защиты прав дольщиков, оказались не рады. Все хотят квартиру просто получить. Если фонд передадут, то неизвестно, что мы получим и сколько. Мы очень сильно по этому поводу, конечно, все беспокойны, все переживаем, поэтому вот решаем. Очень хотели бы встретиться и с самим застройщиком Друговым, и также с администрацией. Теперь, после того, как обанкротить Другова не получилось, мы связались с ним, чтобы расспросить о дальнейших планах. Будут ли достроены ЖК «Дубровый парк» и «Дубровый парк 2»? Ответ был обнадеживающий. Ну, мы только сейчас буквально 2 часа встречались на первой вышке с дольщиками. Но вроде бы как бы выработали решение на достройку. Я думаю, что по второй вышке буквально где-то неделю, через неделю-две мы встретимся и тоже, наверное, будем какое-то решение вырабатывать. Так что, видимо, ситуация с мертвой точки сдвинулась. Хотя ранее власти Владимира ясно давали понять, что не пойдут застройщику навстречу и не дадут ему разрешение на строительство 17 этажа ЖК «Дубровый парк 1». Дескать, это нарушило бы градостроительные нормы. Но теперь в историю вмешались прокуроры, которые, по всей видимости, и помогли наладить диалог между застройщиком и чиновниками. По крайней мере, на словах разрешение на строительство Другов все-таки получил. Все-таки власти вам дали на это разрешение? Ну, пока еще нет, но сегодня продвижение прошло. Разрешение, наверное, может, неделю-две-три, может быть, как-то. Но, в принципе, сегодня понимание появилось. Другов заверил нас, что как только будут подписаны разрешения, он немедленно приступит к стройке. При условии, если бюрократическая машина сработает в ближайшие месяц-два, Другов обещает к концу года сдать ЖК «Дубровый парк 1». А если ему разрешат достроить еще и подъезд на втором объекте, то и часть корпусов ЖК «Дубровый парк 2» сдадут к концу этого года, а последний, пятый корпус, к 2024-му. Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Анна Богданова, 6 канал.